Самого красивого Александра Петросяна, руководителя Ватерлиги. Он сегодня тоже с нами. Саш, привет. Девчонки, всем здравствуйте. Ну, мы, наверное, единственная лига в Москве, которая в этом сезоне делила с вами стадион. И наши футболисты первый раз не жаловались, когда кто-то задерживал матчи на Братиславском, поскольку им было приятно наблюдать за этими матчами, за этими сражениями. Ну, а когда вы падали или были травмы, наши врачи старались вас лечить. И поскольку Лидерская футбольная линия «Легион», «Лион» – команда «Торонто», руководитель команды Жарко Панвей, главный тренер Люк Стас, Грязнова Светлана, Голышонкова Анастасия, Савина Дарья, Ивченко Алена, Бегетова Карина, Сангельмайна Оксана, Аверьянова Светлана, Колесова Снежана, Сафонова Надежда и капитан команды Ефименко Марина. Сейчас девочки. Букмекерская контора «Лион». Технический спонсор компании «Реал Спорт». Еще раз здравствуйте. Хотим поздравить команду, которая завоевала второе место. Скажу сразу, серию пенальти пересматривал 3 раза. Это было очень захватывающе, очень круто. И всегда обидно проигрывать серию пенальти. Вратарь команды Ирина Андреева, Полина Алянова, Анастасия Барута, Диана Карпухина, Марина Егорова, Гульнас Кусманова, Дарья Бронникова, Виктория Шаилькина, капитан команды Валентина Старовер. Девушки, которые, соответственно, играют, вот. И я хочу представить хип-хоп на этой сцене, да, в первую очередь, поддержать летчиков, вот. И это очень хорошо, что хип-хоп тоже поддерживает спорт. Впервые на душе, ведь девушки по тротуару ходят вся удачливыми через пару пинков. На морской ванне, где-то мы прошли дистанции, снова хочется гулять, не хочу стареть, не хочу кровать. Улетает мечты, я здесь остаюсь, я и ты, в это жаркое время улетает печаль, наслаждаясь спать, не спать, не хочу стареть, не хочу кровать, не спать, не спать, не спать, не спать, не хочу стареть, не хочу. Вице-президент Российского футбольного союза Анохин Сергей Вячеславович. Просим вас. Добрый вечер, милые девушки. Ассоциируется с Международным женским днем, и я, пользуясь случаем, вас поздравляю с прошедшим Международным женским днем. Безусловно, конечно. На вручение кубка именно так надо выходить, надо спешить. Давай, Паша, раз, два, прощай.
Квалифицированные судьи появились. Спасибо большое. Вторая номинация очень интересная. Номинация звучит как лучший гол кубка, ну, соответственно, сезона. Знаете, зимний кубок был очень странный такой кубок, потому что мы играли в очень ужасных погодных условиях. Мы боролись с организаторами, теми, кто предоставлял нам поля. Они, извините меня, снег убирали буквально за 30 секунд до начала матча. Но, тем не менее, у нас есть такая номинация. И я вам скажу, что когда случился этот гол, даже комментатор сказал, что в мужском футболе он такого не видел. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Это полуфинал Карма Алектан как раз. И я приглашаю сюда Гульназ Гусманову. Гуля, молодец! Я вас поздравляю. Вот лучший гол номинации и подарок. Переходим к таким основополагающим номинациям, скажем так. То есть это те люди, без которых, наверное, ну, нельзя было достичь каких-то определенного уровня, скажем так, и добиться каких-то успехов. Номинация «Лучший вратарь». Вы знаете, я, в принципе, уже много видел матчей, и я скажу так, что есть команды, которым, в принципе, все равно, какой вратарь стоит в воротах. Вот, но этот вратарь действительно в
проявил себя очень хорошо в самом важном матче. То есть это в финале кубка. Человек, который вытащил команду, и то, что команда «Феникс» сейчас чемпион, благодаря, в принципе, ей. Мы поздравляем и награждаем Цыпляеву Татьяну. Это вратарь, который за весь сезон пропустил всего лишь один гол. И что очень интересно, и для меня приятно, что гол пропустил он в четвертьфинале от команды Челси. Все, спасибо тебе большое. Ценный игрок кубка. В прошлом сезоне самый ценный игрок это был игрок, который забил больше всего голов в чемпионате. Наумова Вероника, которая забивала у нас в среднем по 4 мяча за матч, и там, в принципе, спорить с ней не было смысла никому. Но зима, сами понимаете, у нас плохие погодные условия, очень трудные матчи, тем более у нас самый ценный игрок лиги. Зимнего кубка женской любительской футбольной лиги становится капитан команды «Феникс» Курдина Анна. И самое интересное, какой будет приз у нас. То есть мы очень ценим людей, которые пихают нас наверх, как Александр Петрович, и людей, которые, в принципе, пропагандируют здоровый образ жизни, развитие футбола и тому подобное. Вот Анна у нас как раз именно такой представитель, что я считаю, что футбол, в принципе, это вся ее жизнь. То есть этот человек может приехать на тренировку, работа у нее заканчивается, допустим, в 6 часов, но она в 6.30, я не знаю, каким образом, но она прилетает с другого конца Москвы и приезжает на тренировку, после которой, в принципе, умирает, я знаю. Но ничего страшного. Вот, поэтому мы и ценим самых ценных игроков лиги и очень трепетно к ним относимся. Поэтому награда у нас, естественно, денежная. Самый ценный игрок лиги получает сертификат от женской любительской футбольной премьер-лиги. Сертификат на 100 000 рублей.